Старые усадьбы Николай Гумилев. Дома косые, двухэтажные, и тут же Риги, скотный двор, где у корыта гуси важные ведут немолчный разговор. В садах настурции и розаны, в прудах зацветших караси, усадьбы старые разбросаны по всей таинственной Руси. Порой в полдень льется по лесу невнятный гул, неясный крик, и угадать нельзя по голосу, то человек или совик. Порою крестный ход и пение звонят по все колокола, бегут, то значит по течению в село икона приплыла. Русь бредит богом, красным знаменем, где видно ангелов сквозь дым. Они ж покорно верят знаменем, любя свое, живя своим. Вот гордый новую поддевкой идет в гостиную сосед. Поникнув русую головку, с ним дочка. 18 лет. Моя Наташа бесприданница, но не отдам за бедняка. И грустный взор ее туманится, дрожа сжимается рука. Отец не хочет, нам со свадьбой опять придется погодить. Да что в саду перед усадьбой русалкам бледным плохо ли жить? Часы весеннего томления и пляски белых облаков случаются, головокружение у девушек и стариков. Но старикам золотоглавые святые белые скиты, а девушкам одни лукавые увещевания пустоты. Русь, волшебница суровая, повсюду ты свое возьмешь. Бежать? Да разве любишь новое? А без тебя тут проживешь. И не расстаться с амулетами, фортуна катит колесо. На полке рядом с пистолетами барон Брамбеус и Руссо.